Мне сказали поехать, я поехал. А нападающий что должен делать? А, хорошо играть в футбол. Нам деньги отдает с радостью. Да. Это классические отговорки, да. У кого-то глаза, давай не врать. У кого-то грудь, например, ноги. Да, по молодости, Вась. Идите нахрен, простите, пожалуйста. Ну хорошо, Васьков, идеальный футболист. Да. С двух ног бьет, как говорится, с двух рук пьет. И сегодняшний выпуск я предлагаю начать с обратного отчета, как на футболе. Давайте все вместе, всем залом. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И вот дан старт первым комментариям под этим видео. Вот они, люди, которые успели посмотреть только заставку. Весь выпуск просидел с фейспалмом 30 секунд назад. Пятая программа ни о чем не смотрел и не буду начинать. Нет, это вообще... Бабы, говорящие о футболе, это просто дичь. Что дальше? Будут трясти деньги из гостей? А, собственно, человек, да, не смотрел видео-вопрос вообще в целом. Я считаю, что мы не говорим о футболе. Мы... Просто говорим о людях, которые в футболе, мы правильно? Мы как раз-таки не говорим здесь о футболе, чем отличается от аналитика, да. Других. Мы тут всякие подковырные вещи. Я все время молчу, я не знаю. Вообще золотая женщина, просто мечта все время молчит. Поэтому мы начинаем наш выпуск для тех, кто знает, что здесь творится или хочет узнать. Анжелика Стубайла, Яна Ромашкина, Алана Мамаева и я, Даша Карпина. Кстати, про комментарии. А вы вообще читаете комментарии под нашими выпусками? И, может быть, у вас есть такой вот самый любимый? Я вообще всегда читаю все комментарии. На самом деле я этим отличаюсь, потому что многие вообще... Ну, сейчас вот первый выпуск с тобой выйдет. Не... Такой уже, и не вышел уже вышел. Ну, второй. Да. Но я всегда читаю и хейтерские, и приятные. Я ну, любимый. Вот так, чтобы любимый вот самый такой. Ну, хорошо, не любимый, самый но яркий. Но я не могу выражаться... матом, поэтому да ладно, там выражайся. Один. Всегда одно и то же. Говори уже. Это какая-то древняя женская профессия? Ну, мы все с вами коллеги. Проститутки. Я читала про проституток. Алан, у тебя какой комментарий? Мне вообще пишут, что там делает Мамаева, зачем вы ее пригласили? Вообще она, где футбол, где Мамаева? Ну, на самом деле, мы не обсуждаем футбол здесь, господи, боже мой, особо. Мы тут не аналитики. Попали, да? Яна, у тебя? Про сиськи? Да нет. Ну, кто-то там пишет, что про... Что, я так рано вышла после беременности, мне надо еще скинуть 75 килограммов. Это правда, это так и есть. Я вообще не парюсь по этому поводу. Ну да, ну я вот недавно родила, да, я не в форме. Но я хочу своим примером показать, что женщины всегда могут работать на телевидении где-то и не стесняться того, как они выглядят. Да, девочки? Конечно. Девочки, а сегодня у нас такой гость, которого я прям вот не знаю, как представлять без вот такой вот улыбки, потому что я прям предвкушаю, как он будет отдавать нам деньги и при этом с таким позитивным настроем улыбаться. Вот это идеальный мужчина. Да. Подходит. И в нашей студии сегодня самый улыбчивый, лучезарный Руслан Пименов. Всем привет! Давай сразу с козырей. Как легко ты расстаешься с деньгами? И была ли какая-то такая сумма, которая все-таки стерла улыбку с твоего лица? Нет, такой еще не было. Сумма, это только может быть впереди. Ну, во-первых, хотел бы поприветствовать нашу прекрасную студию. Маленький я давно не был, честно вам скажу. У меня все-таки больше мужская компания, но постараюсь выдержать. Я так скажу, нервы зашкаливают. В Лиге чемпионов было играть проще, я не нервничал. Да сейчас девчонки, кстати, а какая сумма вот вас заставляла плакать и платить? Меня любая вообще сумма, в принципе, заставляет. Не знаю, я тяжело расстаюсь с деньгами. А я легко расстаюсь с деньгами. Мне я, то есть, на вообще... самом деле тоже достаточно легко. С чужими, да? Просто когда ты зарабатываешь свои кровные деньги, и тебе говорят, давай-ка, давай-отдавай, например, да? Например, кто? А, нет, девочки, я... Господи, когда Мамаев отсудил у меня 3 миллиона, мне так не хотелось ему их отдавать, но я отдала. Да. Кошмар. Кстати, у нас в студии Руслан Пименов. Да, я еще здесь.
Руслан, мы сегодня будем задавать тебе вопросы. Сразу скажем, что если ты не захочешь, допустим, отвечать на вопрос или ответишь неправильно, а все правильные ответы мы знаем, то мы с тебя будем трясти денежку. Тысячу рублей. Большую денежку. Тысячу рублей. Первый вопрос. Назови свою максимальную стоимость за всю карьеру игрока по данным Трансфермаркет. Я даже не знаю, честно. Я не смотрел никогда Трансфермаркет. Значит, платишь 1000 рублей? Нет, я смотрел в контракте, где я мог расторгнуть, если я разрывал контракт в одностороннем порядке, то я должен был заплатить клубу 15 миллионов евро. Ого! А, ну это приличная сумма. Ну ты и заработал эти 15 миллионов евро. Кстати, вот Давило, он же себя... Где они? ЦСКА игрок Давило, да, он же выкупил себя у ЦСКА за 7 миллионов евро. Ну, я думаю, не он выкупал, а выкупил клуб через него. Просто это все произошло. Ну, то есть 15 миллионов евро. А здесь у нас были другие времена, совсем... А ты заработал вообще эти деньги за всю свою карьеру? Нет, нет, конечно. Но я тебе скажу, какой самая максимальная стоимость у тебя была 4 октября 2004 года, 3,5 миллиона евро. Это не знаю, хорошо очень, просто... Но с тебя красавь! Вот это удовольствие, это отлично. Руслан, за свою карьеру ты забил с учетом мячей за молодежную сборную 33... Возраст Христа. 33. Нет, на самом деле... Я хочу уточнить, ты точно нападающий? Да? Ты точно нападающий? Нет. Нет, ну это просто скромный нападающий. Самое главное, это что в футболе? Результат. Да. Футбол играет же не один человек, правильно? Согласна. А 11. Главное, что? Ага. Победа и чемпионство, кубки и медали. Можно сидеть на лавке и все равно взять чемпионство. Можно где угодно, но ты в команде, значит, ты не нарушаешь микроклимат. А нападающий что должен делать? Хорошо играть в футбол. Но я так повторюсь, у меня карьера... Нет, на самом деле карьера немножко... Странненькая. Ну, не странненькая, а немного интересная. То есть до 17 лет я играл в центральной полузащитником во всех сборных. И на 2 года старше. Но потом в корне изменился. После перехода в Локомотив меня стали ставить нападающим. По ходу... Выиграл всемирные юношеские игры. Был такой, 98-й год. И после них, как и после... После них как раз стал осваивать новое амплуа. Мы знаем все, что мешает плохому танцору. А вот что помешало хорошему футболисту Пинину? А что? Стать великим бомбардиром? Ну, потому что я не бомбардир. Здесь все очень просто. Потому что ты изначально центральный полузащитник. Ну, у меня, да, другие функционал был, другая вообще по личке. А почему у тебя в Локомотиве? Ну, наверное, тренер же увидел в тебе нападающего. Тренер видит, где нужен игрок, более полезный ему. Поэтому здесь мне пришлось перестроиться и прекрасно встроиться в этот коллектив. Многофункциональный игрок, что тебе непонятно? Голландский футбол, все правильно, блестяще. Голландский футбол? Да. Голландский футбол, понятно. Руслан, ты завершил карьеру в 29 лет. Да. Так, к этому вообще у тебя все шло? Или, например, в 28 ты еще хотел где-то в какой-нибудь Крайнзе поиграть? Шло. Да? Почему так рано в 29? Травмы. Банальные травмы, да. И последние. От которой нельзя было восстановиться? Ну, нет. В итоге эта травма сказалась. Я не восстановился до конца. Это операция на колене была. Да. Я был в московском «Динамо». Вот, видите, да. Я хоть о футболе вспомнил с вами. Ну, говорят, я о футболе передачу как раз о футболе. Провел сезон в московском «Динамо» и в конце года сделал операцию. И после нее я не восстановился. И то, что проблемы были с «Динамо», на самом деле все так и должно было закончиться. Наоборот, «Динамо» очень хорошо ко мне отнеслось, и мы полюбовно, грубо говоря, ударили по рукам. А современная медицина смогла бы справиться с твоей той травмой? Нет, продолжить? Нет. А я сделал в Германии операцию. Скорее, она уже была тогда на тот это период. Это что, мениски, кресты? Нет, это хрящи, это другая. А, когда кость об кость трется, да, это очень серьезно, это да. Делали еще чашечку, мне двигали, просверлили везде, во всех частях, чтобы... кровоток был определенный. И суть в чем? То, что когда я начал давать нагрузку, колено постоянно опухало. То есть я не мог тренироваться, а раз ты не тренируешься, ты не играешь, ну, естественно, пора думать о другом. У нас в прошлой передаче был Николай Писарев и сказал, что вот он в 34 года закончил, и он бы хотел продолжать, что он жалеет, что так рано закончил. А вы жалеете, что закончили? Абсолютно не жалею. Я карьерой абсолютно доволен. Точнее, у меня были наставники лучшие в стране, а то и в Европе. Это Романцев, Семин, Газаев,
проиграл с именитыми футболистами. Мне опять же посчастливился это Карпин, Черчесов, Мостовой. Этого Карпина прямо посчастливилось. А это наши звезды. Да? Да, мы на них равнялись. А вот смотри, ты благодаря вот этим футболистам, что ты поиграл в таком, да, с такими людьми. Конечно. И был под, как бы, под тренерством таких людей. А ты когда-нибудь чувствовал себя недооцененным футболистом? Нет, абсолютно. Или был какой-нибудь вот тренер, который заставил тебя сомневаться в своем профессионализме? Или футболист, например, который говорил: слушай, Руслан, ты, честно, не очень. Нет. Так, я думаю, прилететь могло. Если ты такой улыбчивый, не всегда, да? Это с девчонками, да. Там двоечка сразу прилетит. А кто мотивировал? Мотивировал? Ну, во-первых, результат команды. У нас, опять же, мне повезло в карьере. У меня не было команд, которые ничего не хотели добиваться. То есть таких середняков. Все хотели только выиграть. То есть максимальные задачи. Ну, извини меня, выкладывайся максимально на тренировках. А лучший тренер-мотиватор в твоей жизни кто был? Ну, опять же, вот эта тройка для меня номер один. Просто делить неохота никого. А одного? Не хотелось бы делить. Почему? Ты потому что Юрий Павлович тогда мне дал дорогу в большом футболе. У Газаева я был любимчик, а Романцев в итоге даже позвал сказать «Спартак» даже. Да, он великий. Ну все, надоело уже о футболе говорить. Ну, конечно, да. Давайте прошлогодняя на другой передаче. Женщина, вот, женщина. Когда-нибудь женщина какая-нибудь была причиной того или иного решения, да, ну, например, связано с твоей жизнью, или, например, с футболом, или еще с чем-то. Я, ну, понимаю, к чему вот вопрос, да, идет. Ну, которая так тебя чувствует. Может, и было, да. Ну, расскажи. Ну, так рассказывай. А, рассказывай? Конечно. Ну, были, да, моменты. Молодой был, это еще до супруги. А, «Локомотив» была молодая команда, болельщиц много было, ходило. Ну, красиво. Естественно, пока ты играешь в футбол, ты же смотришь на трибуну. Когда? Ну, да как хорошие футболисты. Так, может, поэтому 33 гола на трибуну стоял, смотрел? Ну, согласен, отвлекали. Бегал и смотрел на женщин. Ну, конечно, это же основное. Вот «Тикнезиан» бегает и смотрит только вниз. А, я-то думаю, как они в футбол играют? «Тикнезиан» бегает и знает, где Яна сидит и смотрит на Яну. И смотрит, куда смотрит «Тикнезиан». Вот почему и раньше что, ты смотрел, значит, ты чего? И насмотрел на проблемы. На беременность? Нет, нет. Смотри, Руслан, в свое время твоя дочка была признана самой красивой девочкой в мире. Это так, действительно, потому что я даже... Она невероятная, да, очень красивая. Правда, я даже маленькая смотрела. Кристина Пименова. Это твоя дочь? Модель, да. Просто, это же ангельское лицо. Да, она стала самой красивой. Да, не в России, да, даже, просто, а в, да, мире. Эль Мундо. Итак, а ты вот как повезло футболист, каким был самым? Самым. Просто самым-самым. Каким ты был? Это вот как? Твоя самым глазеющим по трибунам, нет, например. Нет, у меня очень талантливая была молодежь. Может быть, самым умным, самым забивающим. Прекрасных браках живут. Самым быстрым, стойким. У меня? Да. Объемным. Объемным? Знаешь, такой мотор. Не восстанавливался. Никогда. Самым объемным. Нигде. Самым объемным. Хорошо. Нигде, никогда. И Карпин такой со своей диетой. Так, где тут самые объемные? Ну вот да, это проблема. Юрий Павлович такой был с диетой тоже. Давай, Руслан, мы сейчас узнаем, что же у тебя было в жизни самого-самого. Я тебе буду, собственно, зачитывать, а ты будешь просто рассказывать истории, что у тебя было. Давайте. Самый нелепый гол в твоей карьере. Нелепый был один. Всего лишь один. Сам себе забил? Нет, мы играли против команды, по-моему, из Раменского. Измайлов бил, попал в меня. Мяч залетел в ворота. Я даже не знал, радоваться или грустить. Ну, на самом деле, удивительно. Первый раз такое случилось. Нет, я просто... 6 лет такого не было, и не было до того момента. И там раз фамилия на табло Измайлов. Я думаю, ну... Значит, Руслан, у тебя 32 гола. Нет, это гол считается мой. Касание это было. Самые грубые слова, которые ты слышала от тренера? Ну, там все слова, вы их прекрасно знаете, я думаю. Мне кажется, в профессиональном спорте можно сказать. Я даже больше скажу, я так же отвечал. Вот это моя проблема. Серьезно, ты прям отвечал. И Семину отвечал. Но с улыбкой. С улыбкой. Нет, тогда улыбки не было. С улыбкой. Нет, с Юрием Павловичем мы любили повздорить, но он меня как-то прощал. Ну, я извинялся, конечно, особенно. Был такой момент. Идите нахрен, простите, пожалуйста. Но нет, это после, надо время было пройти, остыть. Ну, кстати, Тарасов нам тоже рассказывал, помните, про такие случаи, что Семин допускал эмоции, ну, игроков. Потому что надо отработать, все было на поле. Вот самый момент. Крупный штраф, который ты получал. Получал? Да. Вообще не получал.
Ни одного штрафа за всю карьеру? Нет. И даже машина? А вне футбола? Вот это 500 рублей за превышение скорости, не знаю, за парковку на инвалидном месте. У меня такое? За эвакуатор недавно. За что? Обидно. Эвакуатор. Эвакуатор. Слезы полились. Вот тогда не хотел отдавать деньги. Это очень обидно, да? Да, вернемся к первому вопросу, да. Причем, значит, посмотри. Подожди, а какая у тебя машина? Есть машина. Какая? Какая-то. Красивая? А цвета какого? Ну, конечно, черного. Красная, черного? Что ли, получается? Нет, черный. Что, у нас... Не признаются, какая машина? 1000. Поехали дальше. Да? Самый странный футболист, с которым ты играл. Ой, таких много было. Ну, например? Половина. Ну, да. Эти 10 человек, которые... Нет, бегают. Может быть, с которыми вообще не сошлись, вот знаешь, как бы нет, бывает такое. Нет, в этом плане все хорошо, а вот по поступкам, да, они некоторые удивляли. Ну, например? Одиночки, например. Ты ему говоришь, там, встречаемся через 30 минут. Точнее, там пол команды ему говорит, он говорит хорошо и пропадает, да? А потом мы их находим, его в баре один там сидит. А это кто? В одиночку. Так может он перепутал бар просто и думал, что это вы не пришли? Нет, он прям дружил там с напитком. Мы еще помешали ему. Нет, таких много историй. Получается, а есть у него имя? Честно, забыл. Ага, какой футболист, какая... видимо, такое. Нет, да, ну зачем? Ну, разные. У каждого все, свои. Тысячу, были... короче, забираем от тебя. Не, пожалуйста, забирайте. Я девчонка Мадею, мне нравится. Самый бестолковый тренер. Ой, бестолковый. Опасный вопрос. Нет. Ну, был, да? Нет, наверное, я по. Это уже в конце моей карьеры. Тысяча, получается. В карьере нет. Я проезжал на просмотры. На определенный в Минске? Смотрел, как колено. Нет, в Минске это я поехал к другу на восстановление колена посмотреть, оно будет работать, не будет. Там совсем другая там история. Там выпили, не про футбол. Да, и нет, ничего не там не про футбол, там честно. Ну, конечно, это же Минск, красивый город. А, был тренер, но оказался, мне показалось, что это немножко коммерческий тренер в таком плане. А фамилию мы можем услышать? Нет, коммерческий не тренер. Нет, подождите, да. Заявление. А что это значит? Нет. Ну, без фамилии просто вот в общих хотя бы. Ну, это означает, то. Хочешь за состав, деньги, да. Хочешь за состав, плати тысячу. За деньги, да, что непонятно. Да, песня вот немножко, да, позже вышла. Самый грустный момент в твоей карьере? Грустный момент. Ну, наверное, только лично это травма, да, банально. А так мы проигрывали редко, выигрывали часто. А самый проигрыш такой вот болезненный? Болезненный? Или не обязательно проигрыш, потому что, например, у Ростова, да, я болею за Ростов. Мы тоже сопереживаем. Спасибо. Были прям болезненные, просто убийственные ничья в Краснодаре 2-2. Ну, может быть, да, не обязательно проигрыш, но болезненный. Мы такого не допускали. Вот чем мы отличались, наверное, от Ростова, вот. Мы такие матчи не отпускали, мы всегда в этом плане забирали свои 3 очка. А вот болезненные прям проигрыши навскидку и не вспомнишь, честно скажу. Прям идеальная вот, прям... карьера. Но может есть не, она самый реально, талантливый отлично. Партнер, может быть, вспомнишь? Да их вся команда «Локомотив». Ну, например? Даже, ну хорошо, Васьков, идеальный футболист. Да. С двух ног бьет, как говорится, с двух рук пьет. Ну это другая история. Конечно, идеальный. Нет, я так уже. Ну, там все. Ну, может, связка с кем-то была? Не, ну, у меня с Измайлом связка была хорошая, достаточно. Ну, потому что мы долгое время играли. Поверьте, в сборную, когда попал, я вообще с ума сошел от футболистов по их уровню. То есть они на голову были сильнее даже европейских игроков. Это Титов, Оленчев, супруг ваш. Ну, Мостовой был травмирован. То есть там поколение было на голову сильнее, чем, грубо говоря, мы. То есть они, ну, а другие ребят, где-то Бавария хочет. Оленичев Лигу чемпионов выиграл, в финале забил. Кубок УЕФА выиграл, в финале забил. А, и все там, эти в Испании, в топах. То есть здесь у меня было куда равняться и где расти. То есть сейчас немножко у ребят, у нынешней молодежи немножко есть в этом плане недобор, будем так говорить, этих мастеров, от которых можно учиться. Самый лучший гол, который ты когда-либо видел? Ой, ну это миллион голов. Я, знаешь, как в музыке, сегодня нравится одна музыка, завтра другая, так и в фильмах одни, другие. А твой? Твой самый лучший гол? Самый курьезный, мы поняли, что там нет, отскочил. Нет, самый важный, наверное, то, что принес суперкубок. Сравнял в финале с ЦСКА, забил. И после матча пенальти очень хороший. Надеюсь, самые большие премиальные. Вот Матвей Филипповович нас не баловал. Это не Валерий Георгиевич Газаев.
то так скажу. И тем не менее сумма? Сколько? Сумма? Да и давно был, девчонки, я же не помню. Вспоминай примерно. Ну, чуть больше, ну, что чем хорошо накупить можно оклада. Было на них? Вот, три оклада. Что-то про машину не помнит, про деньги не помнит. Уходит от ответов, девочки. Зато нам деньги отдает с радостью. Да? Уже, большой, в принципе, ничего хорошего. И самая бессмысленная и дорогая покупка. Самая бессмысленная? И дорогая. И дорогая. Часы. Какие? Роликсы? Да не, ну какие? Роликсы, это, кстати, хорошее вложение, они растут в цене. Да. А все остальные не растут. Ну, неправда, растут. А какие были часы-то? Ну, Адемар Пеге. И где они? Ну... Адемары растут в цене, да. В смысле? С каких раскрой тайну, нет. Видимо, настолько, что никто их не может перекупить, да? Да. Нет, Адемары хорошие часы. Они вопрос нет, они хорошие, все хорошие, да. Часы. Руслан, если есть, что, которые... ты можешь и часами этими с нами, да, расплатиться, мы не против. Поэтому, да, бесполезно, они не нужны. Мы их перепродадим. Время пошло, айфонов. Бесполезная покупка. Так, скажи, пожалуйста, а какой последний подарок ты сделал своей дочери? О, может быть, часики от Марпеги? Не-не-не, скромное то, что ей нужно для института. Машина. Айпадик. А. Да. Не, айпадик. Боже, девчонки, а вы что своим детям покупали вообще? Какие я подарки? Тут игрушку вот за 300 рублей купила. Ну, у тебя еще таких будет 300 по 300 будет. Ну, вот у меня сейчас у дочки, у средней, ей 6 лет исполнилось, и я ей купила какую-то там игрушку, которая разговаривает, кушает, какает. Правда, мы завели собаку, то есть у нас живая такая есть. Анжелика, а тебе какие подарки родители делают? Мне? Ну, да. Ой, меня вообще баловали все детство родители, пока я не уехала в Москву, не попала в сборную, и тогда я какой уже... Какой последний подарок ты тебе подарили? Родители? Да. Да. У тебя же детей-то нет, наверное? У меня рано нет. Еще. Ой, да я так и не скажу. Родители мне жизнь подарили, и все. Да, отлично. Самое главное. Мы все перед выпуском изучили твою карьеру, ну, подготовились. У меня, да, тоже есть футбольный вопрос. Смотри, защитник Сергей Игнашевич забил 49 голов. Угу. За крестные моей дочки. А нападающий... О, да, о, ладно. Поэтому я пропустил его вперед. Ты забил известные 33 гола. Да. Руслан, ты с детства мечтал стать нападающим? Да нет, нет, уже сказал. Нет, я же говорю, нет, вообще нет. Ну, вообще нет. Ну, если я на 2 года старше в юношеской играл, в юношеских сборных, на 2 года старше опорного полузащитника. Конечно, я нападающим даже не... Нет, ну, знаешь, это, даже во сне не мечтаю. Это, знаешь, как все медики, когда поступают, да, в мед, они, в принципе, все мечтают стать хирургами. Ну, большинство. Или стоматологами. Вот, и поэтому вопрос Аланы, он скорее, нет, вот такой, что, нет, может, ты мечтал не быть... Нет, не мечтал никогда, мне больше нравилось... разрушать в этом плане, отнимать мячи и отдавать. А вратарем может когда-нибудь? Росточек не позволяет. Не, вратарь это отдельная история. Ну, история разная. Все, про футбол мне больше не интересно, теперь мне интересно. Спасибо. Ну, хотя бы Люка... Ну, кому у тебя было больше вообще, голов или женщин? Давай про женщин поговорим. У нас хорошая была команда. Локомотив был, все перспективные были. Было 34 женщины? Ну, может, 33 гола было, значит. Или было больше? Ой... Ой, ну, так, ну, там сколько, ну, матчей, даже всех там пока посмотришь, со всеми пока пообщаешься. Нет, то, что мы все любим девушек и уважительно ко всем относимся, это правда. Это похвально. Слушай, да, а какие отношения с бывшей женой сейчас? Великолепно. Ну, пришлось выстроить. Поначалу, конечно же, ссоры, скандалы, это нормально. А потом все наладилось. То есть сейчас вы общаетесь нормально? В идеальных отношениях. В идеальных? В идеальных. А помогаешь как-то финансово? Конечно. А что делать? Дочка же есть. Слушай, а сейчас есть с кем-то там женщина? Нет, сейчас нет. Один? Мне достаточно работы. И тут у Аланки глаз загорелся. Не, оно у меня загорелось. А падал, ты играешь? А где Адамаршики? Слушай, а с бывшей женой как-то пытались, да, вообще... Сойтись? Да, сойтись. Был опять момент один. А кто пытался, она или ты? Она. И что не получилось? Ну, потому что разбитую тарелку, мне кажется, не склеить. Да. Здесь, если решили, приняли решение, ну, надо по-взрослому как-то относиться. И надо уже разойтись. Жить так дальше будет лучше, прежде всего, для ребенка. А зачем ребенок, чтобы видел скандалы эти? Ну, я думаю... Ну, очень, да, хорошая логика. Нет, ну, это оно пришло после уже в конце. А по молодости... Ой. Ну, а вообще сейчас хочется каких-то серьезных отношений или одному все-таки комфортнее? Жену, еще ребеночка завести. Ну да, то есть какие-то... Ну... Ты еще молод и вообще еще столько... Самого красивого мальчика в мире. Да. Вот я пока и папу, да, один. Не, на самом деле тяжело, тяжело сейчас думать. Сложный вопрос. Наверное, нет. В данный момент нет. Годик еще точно хотел. А то у нас, смотри, сколько красивых женщин. Да я в шоке вообще. Просто... Я-то уже всех посмотрел. Можно на трибуну, да, посмотрел. Слушай, я слышала, что ты искал невесту в Иваново. Это передача, это шоу.
То есть никого не нашел по итогу? Я и не искал. Мне сказали поехать, я поехал. Подожди, а зачем ты согласился тогда? Из-за денег, что ли? Ну, претендентки хотя бы были. Бесплатно ты поехал? Да, ну там надо друга был подменить, друг что-то не смог поехать. А, это все друг. Короче, тот, который вот один в баре сидел, пил, вот тот и не поехал, да, наверное? Ну, плюс-минус. Может, их нельзя, не знаю. Нет, не надо. А сколько тебе лет? Полных 42. Полных, да. Полных. Но в этом году уже 43 будет. 43, ну пора уже найти свою какую-то судьбу там вторую, мне кажется. Может быть, ты пользовался там сайтами знакомств? Или не, там никогда не пользовался. Услуги свахи, профессиональные. Я, кстати, в этом плане... А то мы можем подсобить. Старая школа, то есть увидел, подошел. Давай поженимся. Ну, я был там, или у Малаховой. А, ты на «Давай поженимся», то есть ты такой активный. Я же был молодой. Слушай, а если бы ты сделал анкету на сайте знакомств, как бы ты себя описал? Вот вообще даже, так, да, мне даже стыдно. С гороскопом. У меня дочка там звезда, как я там отец такой, опа, где-то появился. Ну как бы ты написал, известный футболист. Точно никак бы, ни вообще не идентифицировался бы. Нет, ну, я даже не выложился бы никогда. Вообще? Не знаю, да вообще, это бред какой-то, мне кажется. Так. Ну, мне кажется, это вообще... Следующее. Значит, увидел, ты подошел. Собрать образ идеальной жены так. Для тебя, взяв из каждой из нас какое-то качество. Качество. А я же вас лично так, не знаю, Руслан, качество. Внешне. Внешне. Внешнее. Внешнее качество какое-то там. У кого-то глаза, у кого-то грудь, например, ноги. Мужья будут ревновать, так нельзя. Ну давай от четырех. Тогда сразу целиком бери Алану или Анжелику, они не замужем, да? Ну как-то вас из вас есть. От сборной можем ноги взять, например. Я их знаю, самое главное. Ну просто волосы. Там. Ты свободный. Да. Я к волосам не привязан. Блондинки, брюнетки. Нет, главное не короткая стрижка. У нас есть ноги сборной, например. А? Сборная Ого, звучит, России. Ноги сборной. России. Да, России. Почти как у Акинфеева. Ну, у него одна, у меня две. Перспективнее две. Нет, давайте это опустим вопрос. Правильно, честно, на самом деле. Тысяча рублей. Да, тысяча рублей. Пожалуйста, отлично. Всем. Ну, хоть на чем-то заработали. Ну, да. Не, девчонки, так неправильный вопрос, даже постановка. Отвечать даже не культурно. Да, хорошо, ты просто, ну, мужская солидарность здесь играет. Это была проверка на интеллигентность, ты ее прошел. Да, молодец. Я даже не знал. Ладно. Давайте поиграем теперь в игру. Тебе нужно выбрать одну из двух женщин. Тебе буду предлагать, и ты будешь говорить. Боже просто, мой. Просто образ, может быть, так соберем себе жену все-таки. Давай. Значит, часто выбираем игра. Дженнифер Энистон или Моника Белуччи. Сейчас нам покажут на экране. Белуччи или Марго Робби? Вот, пожалуйста. Моника Белуччи. Ой, ну Моника, конечно. Ну, смотря когда. Теперь мы... Давай, Моника Белуччи или Марго Робби. Не, Моника. Моника. Моника Белуччи или Настасья Самбурская? Не, Моника. Да господи. Моника Белуччи или Ольга Бузова? Моника, конечно. Бузова? Моника. Моника Бузова? Нет, Моника Белуччи. Хорошо, сейчас будет сложно. Моника Белуччи или Анджелина Джоли? Та. Сложно. Очень. Опять же, Анджелина Джоли до и после. Там тоже два варианта у нас. Но на пике красоты. На пике? Да. На пике. Ладно, буду стабильной. Моника пусть будет. Молодец. Не отпускай ее. Моногамный. Хорошо. Моника Белуччи или Светлана Ходченкова? Не-не-не. Ходченкова, да, извини. Ну, я знаю, да, Ходченкова. Моника. Кого берем? Моника? Конечно. Господи, Моника Белуччи или Юлия Снегирь? А почему я всех знаю? Это Моника. Реально всех знаю. Моника или Кристина Асмус? Да не, Моника. Да ё-моё. Гуляющая. Хорошо, Моника или Ева Грин? Нет, давайте пока оставим Монику. Моника или Ирина Шейх? О, наша. Она не татарка, она же, по-моему, башкирка. Из Челябинска. Шейхлисламова. А вот по национальности я знаю. Значит, это татарка. Татарка, да. Но она роскошная. И наша, патриотичная. И наша, да. Тогда Шейх. Все. Но есть еще. Давай, Ирина или Скарлетт Йоханссон? Не, Ирина. Ира или Валя Карнавал? Валя Карнавал. Не-не, я ты знаю. Валя наша. Я, да, не, я видел ее. Шейх или Сальма Хайек? Красивая все, а? Шейх или Сальма Хайек? Нет, Шейх, конечно. Наша Шейк? Ирина, да. Ну все, Ирина выиграла. Вот как раз и выиграла. Она обошла Монику Белуччи. Да, вот так вот. Шейх или Анжелика Стубайла? Ну нет. Яна. В
Чего? Очень, это вообще, ну, модель. Мы тебя пристроим. Гимнастка. И чемпионка. И чемпионка. А чемпион, да, посмотри, как это выше, чем Алина Шей. Это вдвойне патриотично. Это фото 2018 года. Я уже совершенно по-другому выгляжу. Нет. Нет? Шикарно так же. И главное, рядом. Ирина, ты где? Да, Ирина, ты куда там? Ну, спасибо, подвелись вы ко мне. Теперь я поговорю, Руслан, с вами. Ваш детский тренер был другом семьи. Да, конечно. Это как-то помогло в продвижении карьеры вашей, или же все-таки все было по заслугам? По блату, получается. Нет, меня в первый приход не взял. Футбол. Ага. Да. А куда взял? Никуда не взял. Он сказал, лишний вес. Все-таки объемный слишком был. Объемники, да. Ну, потом поработал над собой. А во сколько лет вы пришли в футбол? 6. Ну, я же, опять же, поздний, же ноябрьский. Поэтому набор был... Так вы скорпион? Нет, стрелец. А, слава богу. Да. Слава богу. Да. Муж будет ревновать смело. А, кстати, у меня вопрос. Вообще, у нас вот с 6 лет детям нормально заниматься футболом? Раньше точно не надо. Советую всем детям. А позже, детям. Наоборот, не нужно? Позже можно, вот Сенников начал в 9. И, ну, неплохо. И неплохо, да. Да, да, я добился суперкарьеры. А в детстве было желание когда-нибудь бросить футбол или там не идти на тренировку? Нет, не было абсолютно. То есть всегда такая... было Но желание. Нет, я пытался еще помимо футбола, опять же, я сам родился в Москве и жил недалеко от стадиона «Торпедо» и воспитанник московского «Торпедо». Угу. И у нас было на стадионе самбо, бокс и зимой хоккей. И вы пробовали что-то еще? И самбо, и бокс, и хоккей. А с хоккеем как дела? Сумка тяжелая, мне не понравилась. Ну там баулы, там это бедные хоккеисты. Это ужас. А как запахи? Я говорю, еще и без зубов можно остаться. Ну без зубов и мы остаемся. Футбол, кстати, более травматичная игра, нежели хоккей. Потому что тут там защиты есть, а здесь вообще. А тут ничего. Если бы Руслан Пименов не стал футболистом, то в какой профессии он бы преуспел? Это, кстати, очень интересный актер, вопрос. Актер голливудский. Да. Мне кажется, да. Ну, я попытался сняться в сериале один раз. Мне как-то затрясло, я забыл две строчки. Поэтому не актер, не голливудский. А есть роли без слов. Я говорю, удаляйте, я поехал. Все, психанул сам на себя. Руслан, а в каком сериале? Нет, я психанул и ушел. Так и не получилось. Ну, потому что здесь нужны профессионалы везде. А мог бы на пятки наступать Леонардо Ди Каприо. Или Деревянко, да? Не, Леонардо Ди Каприо. Ну, ладно. Ну, можно играть самого себя всегда. Опять же, спасибо. Легко. Нет, это сложный вопрос, потому что сразу мне понравилась эта игра. И пошли, когда у тебя начинаются даже в детском футболе определенные успехи, ты становишься чуть-чуть лучше своих сверстников, то ты понимаешь, что ты идешь на правильном пути, и ты хочешь стать именно в этой профессии и добиваться больше. Были ли ребята твоего возраста в футболе, которые были очень талантливые, но не добились высот? Да, были, и очень много таких. А почему? Что им перегорели? Помешало? Нет, вот... Прекрасные девушки отвлекают от футбола именно с 16 лет. Все время мы виноваты. Ну, это так и есть. Силы воли не хватает. Ну, они немножко увлекаются, начинаются ухаживания. Слабохарактерные, короче. Да. А вообще говорят, что вот так вот, я не стала футболистом, ну, у меня там травма. Это классические отговорки, да. Но это означает, он никогда не играл в футбол. Анжелика, а тебя что от спорта отвлекало? На самом деле, я всегда такую фразу говорила, потому что, когда я была в профессиональном спорте, мальчики, парни, мужчины очень отвлекают девочек от тренировок. А девушки вдохновляют мужчин добиваться высот и выигрывать всего. Это я так считала. Высокопарные слова. Да, но нет, все то же самое. Да? Да. Ну, в Новогорске же жила? Конечно. Ну, а там же футбольная команда жила? Там кто только не жил. Вот. Я была очень юна и была посвящена только тренировкам. Мы тоже жили в Новогорске, мы знаем, как гимнастика живет. Вот оно что. Вот да. Сейчас... У нас сейчас... многие женились на олимпийских чемпионах. Да. Подожди, а ты с гимнастиком встречался когда-нибудь? Ну и... Тысячу забираем, тут опять... У меня друзья гимнастки, да. Очень хорошие. Хороший, ладно, да? Я потом спрошу. Растянутые такие. Известные. Да ладно, известные, известные хоть гимнастки? Ну, если олимпийский чемпион. Конечно, известные. Я думаю, да. Сейчас ты не футболист. Чем ты занимаешься? Ну и правильнее сказать, какой твой основной доход? Анжелика интересуется уже финансами. На самом деле, 3 работы сейчас. Так. Ну, мне разрешили совмещать Российский футбольный союз. Так. Так. Это мы амбассадоры
РФС, мы ездим, поднимаем массовый футбол в стране. Чудесно. Футбол в школе, любительский футбол, популяризация спорта в целом. Ну, в общем, хорошее дело. Угу. Второй матч ТВ. Это уже как эксперт по футболу. Угу. Да? Здесь мы тоже делаем определенную аналитику и тоже получаем от телевидения определенную рекламу. И третье, начал с низов, но это такая директорская работа, футбольный клуб «Орел». Я стал заместитель директора по спортивной части. Это круто! Ну, да, семью прокормит, Анжелика! Присмотрись! Команда новая. И достаточно регион интересно, любит футбол, болельщики ходят. Вас, конечно же, приглашаю. Ой, спасибо. Замужник тоже? А? Замужник тоже приглашает? Естественно. А то Николай Писарев только незамужних приглашал к себе на панк. Будете поднимать клуб «Орел»? Я надеюсь. «Орел». Все получится. «Орел». А мы будем болеть. Мы сделаем коллаборацию со Стефано Риччи. Ну, нет, конечно. Успехов. Да, это важно. Ты всегда в таком хорошем настроении, улыбчивый. Расскажи, как ты себя так мотивируешь всегда быть в таком настроении? Или же это маска? Иногда маска, однозначно. А сейчас что? Сейчас естественность. Ну, как, во-первых, я не могу вас обрадовать. Смотри, все просто. Как и научили, как и в футболе. Личные проблемы должен оставлять дома. Угу. Ты все равно приходишь в коллектив, ты должен показывать, что все хорошо. Очень хорошая показательная история большого футболиста Роберто Карлоса. Это история, когда он был в Анжи. Пришел на тренировку, и доктор пришел, ну, в Махачкале, там часто не улыбаются. Ну, это как в России бывает. Многих это напрягает улыбка, кстати. Но это ладно. Пришел доктор, Карлос через переводчик спрашивает, говорит, почему ты грустный такой пришел? Он, там проблема. Он ему дает из кошелька, если про деньги мы говорим, 10 тысяч долларов. И проблема решена? Нет. И говорит, улыбка еще на лице появилась? Нет, еще раз сюда придешь с таким лицом, больше тебя в этой команде не будет. И на следующий день все ходили. Это гениально. Потому что, опять же, это психология для команды, чтобы были победителями. Но это Карлос нужен. Он бы сейчас с ума сошел. Сейчас бы нам тоже по десяточке перепало бы. Следующим гостем попробуем его пригласить. Сразу заулыбаемся. Руслан, давай поговорим про твою работу на телевидении, тем более, что ты уже сам затронул эту тему. Ты однажды сказал, что работа эксперта, она достаточно сложная. Да. И что вот так тебя напрягает в этой сфере? Напрягает то, что ты должен смотреть... Нет, камеры уже привыкли давно. А ты должен смотреть все матчи, а ты просто физически их не можешь посмотреть. Блин, меня тоже это напрягает. Заставляют постоянно. Говорит, иди смотри футбол. Не все один. Постоянно меня, вот они меня прям булят. Нет, говорит, иди смотри футбол. Да, а я не представляю, как комментатор. У них еще в два раза нагрузка больше. Вот там бы я точно не хотел работать ни комментатором, вот... И так далее, потому что ты живешь в Останкино, у тебя нет свободного времени, ты постоянно в поездке. Я не знаю, как они жен там видят. Это я узнал изнутри. Сначала я как относился к комментаторам? Ну что там, пришел, ха-ха-хи-хи, два часа поразвлекал, грубо говоря, публику и отдыхаешь. Нет, они готовятся, они смотрят. Я говорю, 24, там уже голова должна с ума сойти. Но молодцы, держатся. Ну, это не мой путь. Мой вот путь достаточно простой. Посмотреть, оценить и высказать свое мнение. И кому, если интересно, конечно. Угу. Ну, мало ли, китайский футболист еще один обойдет. Девочки, а как вот у вас с вашим режимом? Вот, Анжелика, ты вот наработаешь на телевидении. У меня были утренние эфиры на Матч ТВ. Ну, вот Яна знает, да, когда приходилось вставать в 3:30 ночи, в 4 ты выезжаешь уже в Останкино, в 4:30 ты там, до 7 ты готовишь. В общем, это убийственный режим для женского организма, да и для мужского тоже. Оттуда, да. Да, и у тебя выбивался режим на всю неделю. То есть вроде бы там 1-2 эфира. Я понимаю. Но тебе так плохо. 1-2, а иногда и 3-4. Иногда 3-4 подряд, и ты встаешь в 3:30 утра, это очень тяжело. Жесткий недосып, масочки и патчи под глаза. Ну да, даже я еще провожал муж на работу, как вы знаете, в 3:30 он со мной вставал и провожал меня. Вот это единственное радостное было для меня, не для него. А потом он ехал еще на тренировку, но все равно говорил, я буду тебя провожать. И не для «Локомотива» это тоже радостная новость. Нет, хорошо, он тогда «Локомотива» очень хороший сезон провел. Я считаю, что мне нужно вернуться на Матч ТВ уже, чтобы он снова у меня вот так вставал. Да, чтобы он вставал со мной, провожал меня, и снова все будет хорошо. И будет у него 33 гола за карьеру. А он не нападающий. Это же ненормально. Нет, конечно, это неправильно.
Со штрафу твоего. Восстановление. Да уже все знают про это, уже пошутили 100 раз. Как будто бы... Завтра будешь читать, Руслан, грустный заголовок с улыбкой. Нет, завтра пойду на Матч ТВ, озвучим, конечно. Да-да. Технезиан не ложится вовремя. Локомотив страдает. Ну, давай честно, в среднем за часовой эфир ты произносишь... Мало. Больше, чем 33 слова. Значит, работа нападающим все-таки была сложнее. Хорошо. Сегодня всю передачу мы про 33 гола говорим. Да, хорошо. Она так и называется. Она у 33 гола Руслана Пименова. Давайте так, канал, он же тоже должен зарабатывать. Много рекламы, плюс ведущие. Ему нельзя долго рассусоливать один момент, потому что новостная лента идет быстро. Это, девочки, нам намек на рассусоливать 33 гола. У нас рекламы нет. То есть здесь даже иногда не успеваешь выразить свою мысль, потому что тебе сразу время урезают там до 10-15 секунд. И ты должен быстро... свои мысли, как говорится, ёмко да, высказать. И чтобы еще народ понял. И футбольным языком желательно. Да, это сложно. Ну, в любом случае, ты был классным нападающим, поиграл во Франции. Скажи, а было что-то такое, что ты мог позволить себе за границей, но не мог позволить здесь, в России? Да, мог. Например? После тренировки у нас всегда стоял поднос с красным вином, белым вином и шампанским. Это где, во Франции? Нет, да? Нет, после да каждой тренировки, да? Я боялся сначала подойти, да. Каждый день? Ну, так, конечно, там все подходит. Ну, скажи честно, бухали там? Нет. Ну как нет? Ну, то есть вроде стоит, но никто нет, не бухает, иностранцы, да? Иностранцы пьют, все пьют, и все курят. Ага. Как и везде. И бегут. Ну вот после матча, опять же, и с играют. Реалом великим, Зидан вышел, покурил, и все. Пирло. Кто вам еще нужен такие звезды? А были мысли вообще остаться за границей? Так что недосып были, это еще не самое. Были, но я был в аренде. И президент ужасный. Французского клуба МЕЦ, мы до сих пор общаемся, чтобы понятно, какие у нас отношения до сих пор. 5 раз Новый год я праздновал во Франции, у него дома. Новый год вместе. А в этом году его сын прилетал ко мне. Ух ты. Да. То есть он тоже патриот России. Это а президент футбольного клуба женщина? Что? Президент футбольного клуба женщина? Нет. А что ты вместе, да, Новый год справляешь? Мужчина. Но, к сожалению, он на сегодняшний момент продал клуб. И на этом все закончилось. А когда во времена во Франции он приехал, он хотел меня выкупить, то не договорился с руководством Локомотива. А у тебя с француженками был роман когда-нибудь? И? Я не помогу здесь. 1000 рублей. Про гимнасток поняли? Про гимнасток мы поняли, все. У тебя вообще есть какие-то безумные французские истории с женщинами связанные, с какими-то там, ну что-нибудь интересное? Нет, это маленький городок, там все по-семейному. Ну, где в Меце? Ну, конечно, просто не хочешь нам рассказывать. А может, какая-то драка была? Драка? Или какая-нибудь... Со стульями? Там будто... Нет, ну только Рибери, такой Франк Рибери, суперзвезда. Он был в Меце, я как раз был в этой команде, но еще тренировался, еще был не заявлен документация. У нас еще документы долго шли из России во Францию, хотя все было тогда свободно. Вот он поехал на игру, отыграл игру, и потом сказал тренерскому штабу, у меня травма, но немножечко подрался в баре. С кем? Ну, с болельщиками, не знаю. С голой проституткой. Ну, ладно. Ну, он мог. Вот это самое такое экстремальное, что было во Франции. Ну, еще венгер был, Хусти, он потом в «Зените» играл. Он мне звонил, консультировался по «Зениту». Стоит мне туда переходить или нет? Я говорю, стоит. И он не прогадал. Очень хорошо финансово. Сумасшедшая история какая. Ну, извините. Зато про деньги. Да. Ну, да. А у нас карты, деньги, да. Все дела. Известно, что все познается в сравнении, и многие считают, что... Ну, и считают, что тебе все давалось легко. А ты сам можешь назвать несколько периодов в своей карьере, где тебе пришлось вот преодолеть себя и продолжить заниматься любимым делом? Ну, на самом деле легко ничего не далось. Ни разу не далось. Все через пот, кровь, операция. Официально у меня только 7 операций под наркозом. Я не беру, там 2 раза нос ломали, там ноги 2 раза ломали, а это не считается. А нос за карьеру 7 операций? 2 раза. А последний раз сам вставил себе. От страха, знаешь, как первый раз. Ну, он уехал сюда, пальчик подставил, раз назад. Прямо на поле?
Ну, конечно. Ну, потому что я знал, если он сейчас застынет, потом опять операция. Это же боль дикая. Застынет. Да, ну а как он нет, может, первые секунды и нет, там еще боевой шоу. На адреналине, ну, страшно, да. Понятно. Ну, доктора. Семь операций – это за карьеру или за… Ну, извини меня, семь операций раз в год, считай. Вот семь лет ты делаешь каждый год операцию. Шесть. Ну, это да. Это тяжело. Ну, да. Опять же, восстановление, потом ты должен приезжать в команду. Операция меньше, чем голов – это уже хорошо. А это все опять с этими голами. Руслан, а давай именно сегодня, особенно для будущих твоих интервью, да, мы все-таки развеем миф о твоей идеальности. Может быть, ты все-таки расскажешь нам любую историю, которую ты вот никогда еще никому не рассказывал. А сейчас нет, у меня нет никаких таких историй, я не знаю. Или вот раньше не мог рассказать, а теперь можешь. А может быть, ты с кем-то встречаешься и скрываешь это? А? А может, что-то нравится, и ты можешь сейчас признаться в любви. Анжелике. Интересные пожелания, такие вопросы. Ну, может быть, я не знаю, ты там... Да я думаю, просто какую-нибудь курьезную ситуацию в магазине, смешную, которая понравится и нам. Мы столько тебе уже накидали вариантов. Это не обязательно про футбол. Да. И про любовь. Нет, на самом деле... Давай про любовь уже, ну что-нибудь такое. Давай. Не, перепутали меня один раз, да, вот с этой... Все время Ди Каприо. Это на самом деле приелось мне. Не нравится. Вот честно скажу, не нравится. Не нравится? Не нравится. Ну, смысл, ну какой Ди Каприо и я. На Брэда Питта больше похож, чем на Ди Каприо. Вот, уже окей. Уже ближе. Нет, я в том плане, вот это немножко заезженная история, она напрягает. Никому не говорю. Всем говорю, конечно, хорошо, но вот если из этого. Вот в Новосибирске была история, в ночном клубе. Стою, подходит мужик, говорят, Ди Каприо? Я говорю, нет. Он говорит, не ври. Я говорю, ну в смысле не ври? Я говорю, не удивлять, что я тебе на чисто русском отвечаю? Он говорит, нет, фотку. Я говорю, да не буду я с тобой фоткаться. Он говорит, давай фоткаться. Леонардо. Я говорю, да давай. И раз, щелкнулся, побежал, довольный из бара. Я с Ди Каприо сфотографировал. Это было. Я... Пришлось уйти из клуба. Ну, так он дружу потащил, я быстренько ориентировался. Слушай, ну, когда тебя сравнивают с одним из самых красивых и талантливых актеров. Да это поначалу очень круто. В мире. Даже а потом работает. Это уже вот тут. Ну, вот просто сидит. Даже сейчас, да? Ну, а сейчас я специально коротко постригся. Да. Вообще-то, мне кажется, это должна быть твоя фишка. Да? Да. А зачем пародировать и жить? Да это будет Ди Каприо там ходит и говорит всем, что он похож на Руслана Пименова. Да. И забил 33 мяча. А то Ди Каприо тебя играть будет в каком-нибудь фильме. А Ди Каприо? Даже в Америке, да, то же самое говорили. Когда я летал к дочке, вот. Лос-Анджелес, да, там такие, о, я. Ди Каприо, кстати, встречается с девушками до 25. Это все намекает. Анжелике 23 как раз. Мне 23. Два года еще. Тут все сошлось. А вообще, кстати, говорили, что Ди Каприо похож на Ленина. Да. А тебе говорили, что ты на Ленина похож? Нет, ни разу. На Ленина действительно похож. Я так присмотрелся. История мне нравится. Я думаю, скоро выйдет фильм. А, смотрите, как села. Ножку вытянула. Ну, спасибо, что заметила. Все козыри, заметила. Ну, мы видимся. А у меня еще один вопрос футбольный. 2001 год. Ответный матч с Тиролем. Ты должен был получить вторую желтую и красную. Но желтую по ошибке получил Маминов. Не Мамаев, а Маминов. Не Мамаев, да? Не Мамаев, да. Он еще молод. Из-за этого назначили переигровку. Почему ты сразу не признался судье, что во всем виноват только ты? Очень здорово, хороший вопрос. Также сказали, наверное, с УЕФА или ФИФА. На самом деле, карточку показали, непонятно кому был, никто не видел, но увидел наш тренерский штаб. Но, давайте так, в итоге это все спланированная акция Тироля, этой да команды, ладно? Потому что они были на грани банкротства. И если они выходили в Лигу чемпионов, у них от Лиги чемпионов, естественно, вот УЕФА, там, УЕФА, да, платят деньги, и они, естественно, от банкротства уходят. И такая команда, неизвестная на тот период в Европе, как московский «Локомотив», естественно, не нужен европейским командам. Почему? Потому что на них, болельщики не ходят, местные, имеется, когда приезжаешь за рубеж. И второе, телеправа там не продашь, грубо говоря. Угу. Еще дополнительно. И они специально все это сделали? Ну, там, во-первых, судейство было очень серьезно. Суть в чем? Ладно. То есть судья на их стороне, получается, была? Ну смотрите, ну, дисквалифицирует матч, дисквалифицирует результат. Почему моя дисквалификация оставляет? Я не имею права играть третью игру. Вопрос?
Ну, если ты аннулируешь полностью есть, ну, матч. Да. Как бы, естественно, и голы аннулировали маминого, да. Кстати. А мы выиграли 1-0. И в итоге... было 34. Было бы 34. Маминого. Маминого. Сейчас мой. Не надо мне чужие. У нас 33. А Тироль, кстати, обанкротился в итоге или что? Да, в итоге они, по-моему, закрылись на какой-то период. Но суть не в этом. А «Звездный час» потом был Нигматуллин. Проиграли 1-0, но неважно, он там... Лучшая его игра, и многие болельщики полюбили «Локомотив», вот так и после «Спартака» мы стали народной командой, потому что многие увидели в этом несправедливость, а это действительно была несправедливость, и как бы «Локомотив» заявился в Европе. Дальше были, например, момент, играем в Мадриде, выходим, перед матчем обязательно фотографирование на поле. Но мы сели, я так смотрю, Васькову говорю, а что ты сел-то, у нас ни одного фотографа, а возле Мадрида там человек 100. Все фото, а нас никого, никого сели для тренера. Ну, вот напротив вас. Говорит, ну, вот такой момент. Это тоже психологически расслабило, и результат был положительный. Невозможно устоять. Большинство болельщиков ты запомнился именно своей улыбкой. И правда, что тебя еще в детстве из-за этого называли, ну, дали прозвище Америка из-за голливудской улыбки? Ну, сейчас не патриотично это будет звучать, но на самом деле, да. Просто улыбашка. Да, ну, в юности, ну, опять же, здесь двойная история. Кто-то с позитивом, некоторые, как это говорят, не очень умный человек, да, который все время улыбается. Ну, мы знаем эти прекрасные названия. С этим тоже боролся. Тренер, да, на одной игре просто. Мне игра приносила удовольствие. И когда получается, ты уже против противника немножечко можешь позволить. И... Слушай, а прикольно, если футболисты бы все бегали и улыбались. Нет, ну я просто, мне нравился бразильский футбол отчасти. А давайте там как раз... Там ха-ха-хи, вот этот... Давайте как раз прикольно. По этому поводу проведем небольшую игру. Посмотрим, у кого еще из футболистов есть такая же очаровательная и узнаваемая улыбка. По улыбке? Сейчас, да, на экране будут появляться фотографии, а ты все. Должен угадать по все. Улыбке. Я пропал. Что девчонок это? Знаю, ни один футболист не знает. Футболист. Да, по улыбке. И если ты не угадываешь, то ты в 1000 рублей в банк все, нам... Все, я сдаюсь. Ну вот мы будем подсказывать, сказать, что это футболисты нынешние и известные из прошлого. Ну мне как. Да. Они в основном вот... Я все равно никого не знаю, да, Дмитрий Хлестов вообще ни одного футболиста не так. знает. Ну, это ты точно знаешь. Ну, это Криштиану Роналду. Да, говоришь, не знаю. Ну, это просто козыри, вы пошли, самую Ага. Ну, это вот точно. Ой, точно. Я знаю, я знаю. Да? Обрати еще Франция. Внимание на загар. У тебя там все написано. Нет, я сама угадала. Француз? Да, такой загореленький. Черепашка-ниндзя. Ну, не Мбаппе. Да. Именно. Хотя он светленький какой-то. Ну, черепашки не знаю. Ну, это Родине, это понятно. Конечно. Это сразу узнаваемая улыбочка. Ну, вот так, на вот на таких равнялись. Следующий тоже будет. Это Роналдо. Вот это я вот имел. Видишь, счастье как легко, поиграть. На самом деле. Это Винисиус. Да. Да. Ну, бразильцы все знают. Девчонки, мы без денег останемся. Ну, хоть одну ошибку. Обеды? Аршау, что ли? Да. Кривой это зубик, сложно, клычок. Это сложно. Но у него прихожи взять его, мне кажется, достаточно. Это современный игрок, крутой, реально. Да. Холланд тогда, да, понятно. Да. Мы остаемся без денег. Конечно, мы без денег сегодня. Да. Почему? Ну, Мбаппе слишком мне подсказали явно. Ну да. А вообще, Руслан, ты азартный человек? Нет. Нет? Раньше, но... я сейчас вспоминаю, раньше, долго когда думал. Казино, нет, казино, так, когда был, про казино, нет, я, у меня была определенная сумма, которую я мог проиграть, но не более того, то есть в азарт не уходил. О, ну это, кстати, здорово, проигрывал, такой самоконтроль. Не выиграл, да. Ну, у меня самая фишка была, потому что после матча не заснуть было, а вообще не заснуть. Как почти все. Да, кстати. Да? Да, у всех. Я думаю, молодежь все спит. И тренеры нет, точно. Да? Нет. Вообще, вот тоже проблема, никогда не можешь после матча. Ну, так адреналин. Это же адреналин. А кто-то еще матчи потом ночью сидит, смотрит. На нашем уровне еще. А? Я говорю, а кто-то еще матчи ночью потом ну, сидит, смотрит. Ну, это тренер. Это у нас дома, да. А вот ты однажды поспорил, что похудеешь за месяц на 10 килограмм. Да, был в том году. Да, вот расскажи, что еще один гость. Что-то у нас все спорят. Да, Николай тоже в таком положении, нет, он тоже на самом деле меня лыжники поймали. Александр Легков, наш олимпийский чемпион. Да, о, легенда. Да, он легенда. Я говорю, что это Руслан такой объемный, да? Ну, плюс-минус, он всегда так шутит, но я... Объемный. На что поспорили-то? На деньги, конечно. На сколько? Но я должен был заплатить, если я проиграю, а если я выиграю, то другой лыжник, действующий Мальцев, который четвертый занял, он должен побриться был на лысо.
и, ну, чтобы ребенок не узнал, у меня маленький ребенок. Ну, такая баловство, конечно. Так, а сколько ты должен был заплатить, если проиграешь? Да 100 тысяч. А, ну, нормально. Ну, нормально. Как в итоге? И давно ты заплатил в итоге? Он побрился на лоб. А, ты похудел. Не, на самом деле, адовая история худеть. Потому что я 2 недели думал, само уйдет. И думал, спор забудется. А когда они мне начали названивать, и говорят, ну что, похудел уже? Я, вы что, звоните? И за сколько ты похудел на 10 За 2 недели. Подождите, девочки, инструкция, пожалуйста, поэтапно. Да, мне очень это... Дурацкая инструкция, ну, никому не советую. Мне важно это услышать. Мне просто лыжников надо было обыграть. Я хотел доказать, что футбол круче. Просто ну как удалось-то что-то? Не ел совсем? Только водичку пил? Нет, 9 дней это такая, как называется, как, не кремлевская диета. Интервальное голодание? Нет. Японская диета? Нет, и не это. Вот она, белка. Человек, который знает все про диеты. Суть в чем, наши некоторые звезды перед выступлением так делают. 3 дня рис, 3 дня На завтрак и на обед, на ужин? Только рис, без соли, без перца. 3 дня рис, 3 дня овощи, 3 дня куриная грудка. Да, я слышала про это. И как? Ад. А. Я думал, курочка вкусная после риса. Она, по-моему, здесь встала на полтора. А овощи, кстати, какие-то запеченные, сырые. Без масла, без сметаны. И за сколько ты потом обратно набрал эти 10 килограммов? Они быстро вернулись? Нет, нет. Нет? Не вернулись? А почему вернулись, ты думаешь, может, не вернулись? А, вернулись, да? Я вернулся в тот же опять. Ну, потому что там стрессово худеешь, там потом... Нет, на самом деле я потерял голос. Голос? Да, у меня сел, я не мог разговаривать 2 дня, первый раз в жизни. Но это стресс для организма. Потом икроножная мышца у меня почему-то порвалась. Это не знаю чего. Ну, потому что воды нет в организме. Ага, да, истощил. Еще бань была же обязательно. Ну, да. Ну и вообще баланс у живого все-таки должен быть, конечно. Это дурость называется. Но здесь принципиально была история лыжников. А из-за чего вообще спор такой возник именно с похудением? А у нас всегда вечный спор с лыжниками. Именно про похудение? Но они говорят, мы крутые, я говорю... Я говорю, нет, мы крутые. Ну что ж, давайте, девочки, как всегда, дадим нашему гостю возможность отыграться. Что ты, да, что ты нам сегодня приготовил? Не куриную грудку, торт Наполеон. Для вас. 3-килограммовый небольшой. Да. Да, набирать. Нет, давайте, наверное, один из своих страхов вы должны как-то преодолеть. Вы мне сначала расскажете, и в ближайшее время, если вы преодолеете его, то с меня поездка по России в любое место. Ребят, я все знаю. Метро дорого. Метро. Около метро. Подождите, поездка по России. Любая что это точка. Значит? Ну, выберешь Сахалин остров. Тебе. Кисловодск, например. Да, вот, Кисловодск дороже, чем в Дубае. Каждая, так, на секунду. По своему страху. Да. Ну, Алла, начинай. Твой страх. Слушайте, я все свои страхи преодолела уже. Да, я боялась замкнутое пространство. Реально, боялась замкнутое пространство, преодолела. Высоты боялась, преодолела. Насекомых боялась, преодолела. А если вот змеи, полный там, мужчина мыши. Твой... Преодолела. Полный мужчина твоя вторая половина. Пыталась петь. Все преодолела. Значит, реально. Ты не участвуешь в розыгрыше главного страха. Приза. То есть были все страхи. Хорошо, а если у тебя будет мужчина полный? Не твоя будет. Вторая... А? Не будет. Это страх? Это не страх, я на него не буду смотреть. А если ты, он располнеет в процессе? Да, кстати, в процессе, точно. Никто не мешает. Я знаю методики, как ему похудеть, поэтому со мной мужчина не будет. 3 дня рис, 3 дня. Овощи и 3 дня куриная грудка. Диетолог, обращайтесь. Яна? Мой самый главный страх – это я боюсь привидений. Я... Ты только что это интересно, придумал? Интересно, а как его можно преодолеть? Есть конкретно такой страх, я не помню, правда, как он называется. А у Стивена Кинга тоже я такой думал, страх. Муж ночью ходит тихо. Нет, я боюсь этого потустороннего мира, привидений, демонов вот этих вот. Потому так что в детстве... демоны рядом сидят. Вот. Ну, это мои демоны. Я наоборот всю мистику люблю. Да, мистику. Я тоже фильмы все обожаю. И при этом я обожаю фильмы страшные, потому что я получаю от этого адреналин. Потому что я боюсь. Ой, я не знаю, что сказать. Готова ты преодолеть ради поездки по России? А как она его преодолеет? Ну, мы нарядимся какими-нибудь. В старом скрипучем доме одна останешься. Точно, дня на 3. Дня на 3? Давай на 3 ночи, ладно. И будем снимать V2, да? Ой, ну начинается. Ребенка куда девать? Короче, отмазы пошли. Да, что тебя? У меня, да. У меня есть прям фобия. Это, наверное, будет забавно звучать. Я даже не собираюсь пытаться ее преодолеть. Я готова отказаться даже от поездки на Мальдивы. Это велосипед.
Я не умею кататься на велосипеде, я ужасно боюсь. Я не умею совершенно кататься на велосипеде. И вообще все, что связано с самокатами, шатающиеся, вот это все, хотя, казалось бы, у меня должна быть хорошая координация, но мне в детстве всегда запрещали это делать, чтобы не травмироваться. Все ролики, коньки, велосипед, мне все это было под запретом. Я до сих пор не умею, когда какие-то взрослые люди катаются на велосипеде и говорят, садись, я говорю, я только могу где-то там в корзиночку прицепом. Так ты чего боишься? Велосипеда. Я, поедет. Нет, у меня не фобия, но я просто боюсь травмироваться. У меня все-таки это у нас тоже травм достаточно. Этот, кто у нас? Привидение, велосипед привидение и боится травмироваться. Нет, какие-то неадекватные все. Я в детстве видела привидение, серьезно вам говорю. То есть по России вы не хотите есть, давайте другое. Нет, подожди, велосипед, вот посадим ее на велосипед, пусть катается. Ну нет, она сказала, что она готова отказаться. У меня на самом деле нету вот прям такого страха, фобии какой-то. А, нет, у меня осталась одна. Какая? Вспомни. Ты, кстати, змеи не боишься? Ну, так. Я змеи нет. Я воды боюсь, больше. Я плавать не умею. Да. Опа. Но если меня... Но! Я не умею плавать, но я ныряла с аквалангом. Поймала паническую атаку на 5 метрах. Поймала паничку на 5 метрах, просила меня быстро вытащить наверх. Вот, но я все равно туда пошла. То есть я иду в свои страхи. Я знаю, какой у меня страх. Вот ты мне подсказала, наверное, сейчас на полчаса мы затянем. Да, да, про страхи. Под водным миром, наверное, связано. Ну, все на велосипедах умеют кататься. Что-то, если меня там коснется, змея под водой или что-то такое, наверное, я умру сразу просто. Змея под водой, это интересно. Так что, Руслан, по России поедешь сам, видимо. Никто из нас. Я езжу. А я напоминаю, что Руслан Пименов сегодня любезно положил наш банк энное количество рублей. А он вообще что-то положил? Ну, внушительную сумму. Конечно, да. И именно эту сумму мы подарим нашим подписчикам. Мы такие молодцы. В виде бонуса. Да, поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Читайте новости, следите за всем, что происходит, ставьте лайки и, конечно, забирайте деньги. Карты, деньги, два мяча. Руслан Пименов, Анжелика Стубайла, Яна Ромашкина, Алана Мамаева, Даша Карпина. Телеграм-канал «Это футбол, брат». Подписка, лайк, комментарий. Целуем всех.